Лондон, Париж, Нью-Йорк, Шанхай. Мелкие кражи распространены в больших городах по всему миру. Согласно последним данным, ежедневно совершается 400 тысяч карманных краж. И это только те случаи, о которых сообщили в полицию. Многие пассажиры в метро спасаются тем, что надевают рюкзак спереди, стараясь обхитрить карманников. Чтобы решить эту проблему, отмеченная наградой датская компания XD Design придумала революционный, защищенный от кражи рюкзак. Он отличается от обычного рюкзака тем, что открывается сзади, при этом змейка полностью скрыта внутри самого рюкзака. Вдобавок к этому, в его ткань был добавлен легкий высокопрочный материал, защищающий рюкзак от порезов и ударов. За высокие заслуги в борьбе с преступностью его назвали «Бобби». В этом рюкзаке есть масса таких передовых функций, как антикража, защита от порезов, водостойкость, сбалансированный вес, ночная подсветка, внешняя зарядка USB и так далее. Настоящая забота. Могли ли вы раньше надеяться, что о вас будет заботиться рюкзак 12 часов в сутки? Другу нашего друга 21. Как и многие офисные работники, он проводит 2 часа в метро каждый день. У турникета он уже опережает других. 3 скрытых кармана были специально спроектированы для быстрого доступа к мелочам. Суперудобно. Находясь в метро, он чувствует себя в полной безопасности. Уникальная функция защиты от воров отражена в дизайне. Бегунки на застежках от главных отделений полностью спрятаны у вас прямо за спиной, оставляя воров в замешательстве. Неудивительно, что ему так спокойно. Пришло время работы. Пора приготовиться. Поразительно! Благодаря разделительной системе в этом маленьком рюкзаке много места, и все находится в идеальном порядке. Разве не круто? Чтобы помочь вам справиться с неопределенностью, этот рюкзак защищен от влаги и пятен. Стоит только вытереть его салфеткой, и рюкзак как новенький. Задняя стенка выполнена из сетчатого дышащего материала с органическим дизайном повышенного комфорта для носки в течение всего дня. Так как груз крепко прилегает к спине, он равномерно распределяется, и рюкзак покажется вам на 20% легче обычного. Осторожно, можно впасть в зависимость. В конце дня осталась всего одна палочка зарядки? Не паникуйте, просто подключите телефон к внешнему порту зарядки. Можно не доставать внешний аккумулятор наружу, все так просто. В наши дни люди всегда заняты делами и куда-то спешат. Но мы не можем полагаться на структуры общественной безопасности. Как вы можете чувствовать себя в безопасности? Верните себе уверенность и независимость. Выберите рюкзак Бобби и возьмите свою жизнь под контроль. XD Design.